Я подготовила чашечку цикория. Все обычно используют кофе, а я цикорий. Потому что у меня нет кофе, я его не пью. Первый листочек. Нужна для этого губка поролоновая. И все. Приступаем. Можно вот так вот покапать что-нибудь, чтобы остались брызги. Вот так вот повернуть будут стёки. И теперь ждать, пока та половина высохнет, чтобы потом затонировать другую. Чтобы меньше ждать, можно, когда она начинает чуть-чуть подсыхать, сверху пройтись утюгом. Это и выпрямляет листочки, и ничего с ними не случится. Вот так вот. И вот так вот 20 листов. Вот готовые листочки. Я их немножко еще подержала под прессом. Как только гладила страничку, сразу ложила ее под пресс, так все подряд. Теперь их надо согнуть пополам. Если кто-то хочет сделать разлиновочку, сейчас самое время отправлять все в принтер. Я не буду, я буду сразу сгинать. И разбивать их в книжечки по 4 вот таких вот разворот. Каждая книжка будет содержать. Все, я прошила, теперь осталось достать нитки и завязать их. Так, а чтобы прикрепить к обложке, сделать нужно вот такую штучку, просто повернуть, согнуть и вот тут тоже прошить. Как это делать? Буквально через все стежки просовывать иголку. С хвостиком завязать, чтобы он точно никуда не пропал и не развязался. Нитка, как видите, у меня двойная. Все это будет долго. Можно подтянуть и завязать узелок через какое-то время и место. А теперь время все склеить. Я прошила, хвостик оставила. Хвостики сюда пойдут. Все клею. Что за клей? Какой-то вот старый для всего. И вот такой тряпочкой, совсем небольшенькой.
лишние вот эти краюшки потом обрежем. Следующий шаг – обложка. Обложка делается как? Два листа картона, у меня 2 миллиметра толщиной, размер 21 на 15. Так, такая она будет. И теперь немножечко. Сюда обложку. Так. Теперь на горячий клей приклеить обложечку. Внутрь достаем и тканюшку. Вырезать кусочек ткани где-то вот так, расстояние оставить.